Подготовка профессиональных гимнастов в Приморье выходит на новый уровень. Губернатор Олег Кожемяка подписал соглашение о сотрудничестве с всероссийскими федерациями спортивной и художественной гимнастики в ходе форума национальных достижений «Спорт» на международной выставке «Россия». По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина во Владивостоке будет создаваться федеральный спортивно-тренировочный центр, который будет включать в себя центры по подготовке спортивной и художественной гимнастики, центры развития хоккея, центры бокса, центры водных видов спорта, легкой атлетики, академию тенниса. И словно этот центр гимнастики – это первая ласточка в этом спортивном ореоле этих сооружений. Безусловно, для нас имеет большое значение с тем, чтобы наши приморские спортсмены проходили тренировки и подготовку в залах такого уровня, с тем, чтобы российская национальная сборная в период проведения международных соревнований в странах Азиатско-Тихоокеанского региона тоже проходила подготовку у нас, переаклиматизацию, но и ту энергию, которую сказала Елена Александровна, тоже получала с Тихого океана и завоевывала медали.